По данным диспетчерского отдела Республиканского центра медицины катастроф, с начала апреля в Чувашии зарегистрировано 25 случаев падения с высоты, причем 8 из них произошли на прошлой неделе. Среди пострадавших есть дети. Четверо выпали из открытых окон многоэтажек. Как правило, на них устанавливают москитные сетки, которые создают видимость защиты. Дети опираются на них, но конструкция на такой вес не рассчитана. К счастью, во всех произошедших ЧП дети остались живы, но травмы у некоторых серьезные. Медики настоятельно просят взрослых не оставлять малышей одних дома и установить на окнах специальные замки. Повезло сегодня и вот этому мужчине, который живет на 7-м этаже панельки по улице Пролетарской в Чебоксарах. Он повис на балконе и вот-вот бы сорвался, если бы не вовремя подоспевшие спасатели. Давай, давай, спускайся! С помощью альпснаряжения сотрудники Республиканской поисково-спасательной службы поднялись к бедолаге и спустили его по пожарной лестнице вниз. Уже на земле мужчина попытался объяснить спасателям, из-за чего он оказался по ту сторону балкона. Он жил на 7-м этаже, значит, и решил вот таким образом показать себе смелость, что он может спуститься по балконам. Вот, к сожалению, в последнее время такие случаи бывают.